Всем привет! Это Евролига. Мы наконец-то вернулись. Первый самый главный вопрос. Сейчас пока все в сторону. Мне борода идет. Оставить или сбрить? Итак, Евгений Седых, и у нас в гостях лучший блогер США, можно сказать, Алла Мил. Привет, Алла. Привет, дорогой. Читер. Вот куда нужно идти, поэтому по этой ссылочке быстро забивайте у себя в телефонах. Еще можно купить билеты, то есть фактически до самой игры билеты можно купить. Кто победит у тебя, я спрошу прям в самом начале разговора, как ты считаешь? ЦСКА! Я болею за ЦСКА. Я уверена, я верю в ЦСКА. Быстренько привет от наших игроков, которые сейчас на карантине. Болезнь проходит хорошо, в легкой форме. Я и моя семья чувствуем себя замечательно. Следуем рекомендациям нашего главного доктора Юрия Витальевича и рекомендациям Роспотребнадзора. Так что мы с семьей сейчас на небольшом карантине. Ни с кем не общаемся, никуда не выходим, ни с кем не контактируем. Алла там всякие челленджи у себя на канале постоянно баскетбольные такие делает. И один из последних – это видео на шлепки по попе. Такой контент очень заходит. У меня так поднялась статистика. 100%. У меня стали расти подписчики в коем-то веке, понимаешь? Так что буду развиваться в этом направлении. Сейчас Алла должна будет выбрать самого... Я не знаю, как. Ты у нас как пилитель горячего контента. Самого горячего баскетболиста команды будешь выбирать, окей? У нас плей-офф до финалиста. О! А вот это мне нравится. Никола, она даже на тебя не посмотрела. Никола Милутинов выбывает в первом же раунде, проигрывает борьбу Майку Джеймсу. Конечно, он одни трусы на себе оставил. Ладно, хорошо. Специально фотку выбирал. Да, он готовился. Так, здесь интересно. Интернациональное противостояние. Ой, боже. И потом, слушайте, у Юханаса уже и так все хорошо в жизни, нормальный. Димитрий здесь проходит следующий раунд. Два друга. Кого выберешь? Ну, давай. Ну, Никитушка пускай. Никитушка. Заметьте, Никитушка. Кто более... Давай будем так откровенно, кто более сексуален для тебя? Ну, это как будто маленький, а вот это прям вообще секси. Да. Сколько ему лет, ответь! Уже все. Я его поставил вопрос так. Это... Да. Вот нравятся мне такие мужчины. Yo, mate. Sorry. Понимаешь? Sorry, babe. Димитрис Итудис. Самый сексуальный человек ЦСКА, по мнению Аллы Мил. Какой челлендж могла бы ты придумать для игроков ЦСКА? С кем бы ты могла бы зарубиться? И на что? Как ты сама считаешь? Блин, Жень, я даже не знаю, на что. Может быть, на поцелуйчик в щечку? Целовать меня захотят. Они женаты почти все люди. Что ты начинаешь? Да ты что? Все, конечно, в самом деле. Облом. Все понятно с вами, дорогие друзья. У нас в студии особенный гость сегодня. Из Аргентины. Нападающий ЦСКА. Адольфо Гайч. Самый главный первый вопрос. Do you speak Russian? Russian a little words. I learning for now. Учу, говорит, совсем немножко, совсем капельку. How many words do you know in Russian right now? For now, I think 15. 15 слов? No, I keep learning. Продолжая учиться. Знаешь ли ты кого-то из баскетболистов нашего клуба ЦСКА? Do you know anybody from CSKA? No, I come to know the team. I know the team is very good and play very good, and I want to see there. Нет, пока, говорит, никого не знаю. Вот пришел посмотреть, насколько... То есть, у вас здорово. Знаю, что команда сильная, и просто хочу посмотреть на вот сейчас игру. У тебя прозвище «Танк». Откуда оно пошло? From Argentine, my fans of San Lorenzo. Bueno, called me tank for strong, for speed. Я, говорит, родом из Сан-Лоренцо, и там мои друзья, говорит, меня так прозвали за мою скорость, за мою силу, за ту манеру, как я играю. Ты играешь в баскетбол? No, a little bit. I am not good. Нет, я не слишком хорош. Можно сказать, что вы КВНчики, сценаристы, блогеры? Ты же уже сказал. Можно, ты что-то сказал. Я это все сказал, да. Возможно, это неправда, ребят. Да. Святослав Скворцов и Дмитрий Кондратьев. Всем привет. Куда смотреть? У вас,
на меня смотри. Закрытый баскетбольный клуб, да. Типа ЗБК, ЗБС. ЗБС. Да. Не бойся произнести это звук, это не матерное слово. Да, найдете. Вы развлекательный контент. Постоянно издеваетесь над людьми, например, фото жабы. Да, но я не скажу, что это издевательство. Ага. Мне кажется, это потрясающе. Это очень мило. Он воспитает из них хороших людей. Дэниел Рэггин. А это не фотошоп. ЗБС, нижнее подчеркивание, баскет. Подписывайтесь, друзья, там весело. И на YouTube тоже подписывайтесь. Несколько болельщиц ЦСКА подписаны на наш канал и комментируют нам. Три. Мы знаем их всех по именам. Эти потрясающие взрослые женщины. Значит, смотрите, мы вам показываем картинку, а вы придумываете на их фамилию вот такую приколюху. Да, поехали. Попробуем. Это Дэрон Хиллиард. Дэрон Хиллиард. Дэрон Сайлент Хиллер. Опа, хороший. Дэрон Сайлент Хиллер. Это такая для любителей игр. Я люблю такие вещи. Окей, хорошо. Это... Лопатина Канделаки, вот так вот. Андрей, да, Лопатина Канделаки. Значит, у нас есть фот моментов из матчей. Вам нужно придумать смешной комментарий. Да. Выходи за меня. Отлично, потрясающе. Картошку и чипсы сюда. Янис Стрелник снова. Опа, Чирик. Это про человека, который выглядывает. Конечно, да. Не могу понять, что за кроссовки. Спасибо вам большое. Болейте сегодня за нас. Масочки там вам выдали. Все, полагается. Масочки выдали, перчатки выдали. Мы уже бейджики порвали случайно. Просто болели. Мы нервничали их в руках вот так. Главное, чтобы масочки не порвали. Ну, новые выдали. Главное, чтобы ЦСКА сегодня порвали. Порвали. Приехали. Где кнопки? Игра. Это все. ЦСКА Баскет Пригейм Шоу. Всем пока. Увидимся.